Если ваши близкие уже пожилые, слабослышащие или слабовидящие, либо вы хотите защитить своего ребенка, возможно, в минуту опасности, не дай бог, конечно, то вот этот телефон может стать настоящим спасением. Сегодня вы получите нашу новинку под лотом 17561 за 2790 рублей. Раньше цена была 3790 рублей, гарантированная, рекомендованная от производителя, но сейчас в нашем прямом эфире, благодаря особым условиям поставки, мы снижаем эту цену. Максимальная выгода для вас — два цветовых решения. Вот такой черный цвет, либо вот такой черный цвет. Белый, либо черный. Выбирайте, пожалуйста, цветовое решение. Ну и в комплекте вы также получите вот такой подарок. Это корзинка для телефона, в котором удобно телефон хранить, чтобы он всегда был под рукой. Ну, хранить не просто под рукой. Это очень удобно во время зарядки. Когда мы заряжаем телефон, с какой проблемой мы сталкиваемся? Как правило, он у нас лежит либо на полу, либо на столе, или на стуле, и падает часто, особенно когда животные дома или детишки. Здесь же вы заряжаете, и прямо рядом с корзиночкой его вот прикрепляем. Вот так. Он лежит в корзинке, всегда под рукой, всегда мы знаем, что он на зарядке. Также у вас есть в комплекте та самая зарядка, благодаря которой вы можете не приобретать дополнительные аксессуары, они у нас уже в комплекте. Также вы получаете коробку и гарантию с инструкцией. Все это есть у нас в комплекте. Итак, что это за волшебный телефон? Вот, давай с тобой разберем. Телефон действительно волшебный. Какие основные преимущества? Прежде всего, во-первых, здесь режим ожидания, вот в рабочем состоянии, телефон работает 220 часов. Это то сколько есть это фактически 10 дней. Фактически 10 дней без подзарядки он может быть в режиме ожидания. Ежели мы хотим разговаривать, то без перерыва разговаривать мы будем 10 часов. Представляешь, беспрерывный разговор в течение 10 часов. Марат, ну это же так здорово. Например, пошли мы в лес или на несколько дней поехали в путешествие, забыли зарядку, нам не нужно ничего. В поход в лес пошли куда-то, никогда мы не окажемся без помощи. И опять же, чем он приятен? Конечно же, что беспокоит наших родителей и также наших детей? Это мелкие цифры и вообще смартфоны, в которых сложно разобраться. Здесь специальные крупные цифры. Причем при наборе цифр раздается озвучивание каждой цифры. Вот. Один. Преподнеси вот, ближе слышно. К динамику, к своему микрофону. Два, надеюсь, слышно, да? Три. Так, прекрасно. Вот каждая цифра будет озвучена. Во-первых, это полезно для обучения наших детей. И также нашим взрослым, например, да, родителям, которые, например, уже плохо видят, они всегда будут понимать, какую цифру они набрали. Также есть кнопки, вот три памяти, от самых три номера, которых первых кто-то хочет выбрать. Это может быть ваши дети или ваши родители. И родители, соответственно, тоже могут использоваться коротким набором. Три номера самых важных они здесь забивают и пользуются быстрым набором. И это еще не все. Самое важное, я считаю, революционная вещь, которая есть в этом телефоне, это кнопка SOS. Вот она здесь у нас утоплена на крышечке нашего телефона. Кнопка SOS. Вот если я нажму, вот раздается вот такая вот сирена. Так. Что это обозначает? Иногда бывают не самые приятные моменты в жизни. Вашим родителям может быть внезапно стать плохо. Или еще что-то может случиться с вашими детьми. Только нажав на такую кнопку, кстати, нажимать нужно 2 секунды, удерживать, тогда она срабатывает. И телефон автоматически начинает обзванивать 5 забитых номеров. 5 телефонов мы можем забить. Это может быть и скорая помощь. Это может быть и, ну, да там... дочке позвонить. Дочке, или мы, наоборот, родителям кто-то. Ведь бывает такая вот ситуация, когда ребенок или родители не могут набрать цифры. Здесь они нажимают... И после того, как телефонный звонок срабатывает, включается громкая связь. И ребенок или ваши родители могут спокойно объяснить ситуацию. Если же у вас включается автоответчик, то телефон сам автоматически пошлет забитые заранее смс-сообщения. Это вообще, это бомба. Это действительно ваша безопасность. Слушай, поэтому это очень здорово и очень удобно. Ну давай про эту кнопку поговорим поподробнее. Вот смотри, я же обычно разговариваю часто. Но если случайно нажала на кнопку, вдруг все службы сразу ко мне приедут оказывать помощь. Нет, Алис, абсолютно это не сработает. Простое, кратко. Краткое нажатие, ничего не сделать. Чтобы сработала эта кнопка, надо удерживать ее в течение нескольких секунд. И только тогда сработает сигнал SOS. Это крайне удобно. То есть только когда она нам понадобится, мы реально можем на нее нажать, подержать 2 секунды минимум, и она начнет работать для нас. Очень удобно и очень практично. Ты знаешь, мне еще нравится, что ты сказал, что включится громкая связь. Да. И человек, если он не может держать телефон, например, или, например, какая-то ситуация, которая вышла из-под контроля, и он находится где-то в зоне действия нескольких метров, он сможет крикнуть что-то в телефон, обозначив свое место расположения. Вот у меня у самого было столько случаев, когда до ребенка дозвониться не можешь, или он звонит и не может внятно объяснить. Здесь же, когда включается громкая связь, ваш ребенок или родители всегда могут объяснить и объяснить, какая ситуация сейчас вокруг него. И вы сами можете услышать, что происходит вокруг вашего любимого человека. Даже если ребенок или ваш взрослый отец или мать в этот момент ничего не могут сделать. Это очень важно. И ты знаешь, мне нравится, что большие кнопки. Да, давайте мне нравится, что здесь
Здесь все видно, все доступно. Если ваши родители, ваши близкие плохо видят, например, пожалуйста, вот, кнопки большие. Если плохо слышат, пожалуйста. Видите, каждый раз голосовое подтверждение есть набранному номеру. Точно не наберешь. Пожалуйста, если вы хотите защитить и позаботиться о своих близких, это очень хороший вариант. Ну, мы вот иногда бывает, мы не можем дозвониться до наших родителей. Вот как раз такой отличный помощник, который всегда поможет нашим родителям, нашим детям ответить на ваш звонок. Какие еще есть приятные преимущества этого телефона? Здесь есть у нас скрытый фонарик. Он здесь у нас есть, причем он работает вне зависимости от того, включили вы телефон или нет. Включается он, кстати, благодаря вот такой маленькой кнопочке. Раз, и видите, загорелся фонарик. Посмотрим. И все. Светит, согласись, очень удобно, если мы в ночи хотим найти свои ключи или что-то, или ребенку надо разобрать. А по ступенькам подняться. По ступенькам знаешь, как лампочки часто плохо светят или вообще выключены? Фонарик светодиодный, батарею он не съест, как бы, потому что расходник у него совсем маленький. Дальше, есть хорошая камера на 10 пикселей, здесь тоже у нас присутствует. Что еще есть? Есть вот такое гнездо для наушников, но есть хорошее преимущество. Здесь есть встроенный тюнер, то есть радио. И оно работает даже без гарнитуры. Мы можем просто включить приемник и даже вот сидеть и слушать приятные мелодии. Это, конечно, превосходно. Не забываем о том, что к нашему телефону еще прилагается подарок. Вот такая корзиночка. Кто-то подумает, для чего она нужна. Я объясню, как она работает. Например, вы хотите поставить ваш телефон на зарядку. Вспомним, как обычно мы это делаем. Мы включили, например, вот давай, у тебя, Олесь, уже расстегнутый зарядочки не застегнут. Давай сейчас расстегну, покажу. Допустим, вы подсоединяете телефон к розетке. Вот воткнули вы, например, просто в розетку. Телефон будет болтаться либо на проводе. Вот сейчас, допустим, включу зарядку. Вот он обычно как? У нас где-то болтается, лежит на полу. И вот на него, во-первых, можно наступить, можно уронить, можно просто потерять. Теперь же вот таким образом вы прикрепляете, например, вот я беру в розетку, включаете. Соответственно, уже наша корзиночка висит на этой розетке, а вы наш телефон спокойно положили внутрь. Никуда он не денется, ни домашние животные, ни человек, никто не наступит, и вы его никуда не потеряете. Это наша новинка, ограниченная партия. Ограниченная возможность забрать такого помощника для себя. Я отцу покупала гаджет, у него сломался телефон за 6000 рублей. Так. Это был самый недорогой. И вот он, ты знаешь, он начинает им пользоваться, он случайно ухом что-то сжимает, начинает названиваться всем подряд, то есть начинается форменный ужас. Он не всегда в очках даже видит точные эти кнопки. Да и вообще, давай вспомним, наши родители и наши гаджеты, это две такие, знаешь, несоединяемые вещи. Разбираться сложно, инструкции тяжелые, кнопки эти искать, сенсорные экраны для наших родителей. Чем проще, тем лучше. Конечно, очень тяжело. Здесь все удобно, причем очень информативно. Цветной дисплей, крупные цифры, время отображается, да, как часы еще хорошо работают. Цифры крупные. Если вы набираете, вы всегда услышите, да, какую цифру вы набрали. Есть три номера, вот три набора, да, М1, М2, М3. Это три самых важных для вас телефона. Ну и, конечно, самое главное, это кнопка SOS, которая позволяет дозвониться до 5 забитых заранее номеров. Соответственно, это может быть, если, например, вы реально беспокоитесь за что-то, за здоровье, это может быть и звонок в скорую помощь, это может быть звонок маме, папе или вашим дочкам и детям. Именно поэтому это настоящая сенсация. Беспрецедентный хит, который делает вашу жизнь комфортной и безопасной. Обычная симка используется для разговора? Да, обычная симка и не одна. В этом телефоне вы можете использовать две симки, две сим-карты. То есть у вас два телефонных номера в одном вот таком телефоне. Да еще и гарантия от производителя. Доставка в любой регион России есть. Позаботьтесь о себе. Цена сейчас минимальная для вас. 2790 рублей. Удобно, практично и, конечно же, очень многофункционально. Мне очень нравится это предложение. Тем более, еще и все продумано для людей слабослышащих, да, людей взрослых. И сегодня по выгодным ценам для вас.